Комиссия Международного авиационного комитета нашла черные ящики потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. В ближайшее время начнется расшифровка данных, которая поможет установить причину аварии. Со слов пилота, потерпевшего катастрофу воздушного судна, у них произошел отказ двигателя. Но установить причину аварии можно только на месте событий. Поэтому определены группы, которые будут работать в районе катастрофы. Их будет три – летная, техническая и административная. Техническая группа осмотрит двигатели на предмет попадания туда льда. Оценит, работали ли двигатели в момент столкновения с землей, проведет анализы топлива и масла. Основная информация поступит от средств объективного контроля, речевой записи переговоров экипажа и диспетчера, а также системы регистрации параметров полета. После расшифровки записей можно будет смоделировать полет и понять причину аварии.